Дорогие мои друзья, жители Алтайского края, золотые мои земляки, я, алтайский Дедушка Мороз, от всей души поздравляю вас с Новым годом! 21-й год для каждого из нас был испытанием. И я хочу пожелать, чтобы эти испытания в новогоднюю ночь решились и закончились. А в следующем, 22-м году, тигр так прямо ласково, чтобы к нам отнесся, и чтобы никакого рыка мы от него не слышали, а только ласковое мурчание. С Новым годом вас! Здоровья, солнца, волшебства! Ваш алтайский Дедушка Мороз!